И всем привет, дорогие друзья, с вами Костей Рэмс, и добро пожаловать на новую серию по открытию кейсов в кассе Кликер Е-бой. Я закупил 25 Феникса, Глов, Хрома и Тундры. Ну давайте, пожалуй, начнем с Феникса. Ну, будем по одному открывать. Ладно, давайте используем ключ. Пролетает ножик. Что еще? И выпадает первая наша пушка. Это Хамелеон. Он не так уж и дорого стоит. Ну, давайте дальше. Открываем Тундру. Или Хундра. Юзер кейс. Открывается у нас классик. И нам выпадает... Ну, в конце будет, конечно же, карт. Чего-нибудь. Нам попадает Макси. Открываем Хрома. Давай использовать ключ. И нам сейчас что-нибудь выпадет. Дигл Хага. Нам попадает стартерекская. Оставляем для контракта. Откроем Глов. Открывайся, спасибо, что открылся. Надеюсь, нам в этой серии сегодня выпадет ножик. Нам выпадает ножик, круто. А нет, перчатки. Ну, прикольно. Перчатки были, давайте откроем еще раз. Откроем Феникс. И что нам выпадает? Ну, синева. Нам выпадает синева. Открываем Тун. Хундра. Худра. Хундра. Нам выпадает ССБ 8. Составляем для контрактика. Так, у нас выпадает Глов. Открыли Тундра кейсик и открываем следующий Глов кейс. Может, нам еще на одни перчатки повезет, а может и нет. Давайте, у нас выпадает, ух ты, Макс, нет, Галилив. Так, забираем, открываем опять. Давайте быстро, чтобы не ждать. Новый жар. Убираем Хондру. Быстро еще пропустим. Попадает нам... Есть... Нет. Попадает дробазик. Открываем Глов. Может... Айнова выпадает. Открываем Феникс. Быстро. Блин, зачем дарим? Открываем Хумру обычно. Используем ключ. Нам попадает ССД 08. Открываем Хром быстро. Отлично. Играем Глов. Попадает... 4. А, 1 СФС. Дальше Феникс использует ключ. Не хватает СД 530-553. Дальше открываем Алоха. Хрома ничего. Открываем Феникс еще раз. Очень годненькая позиция. Опять нападает один тот же дроп. В конце контракт, конечно, будет. Контракт быстро. Так, открываем Хопом. Ладно, давайте сейчас быстро Гол. Ну, Гол. Феникс. Феникс.
еще раз Феникс. Еще раз. Потом еще раз. И еще раз. И еще раз. Потом еще раз Феникс. Сейчас у нас будет второй контракт. Используй быстро. И сейчас мы здесь остановимся. Так, ничего не нападает. Устраиваем полгода. Здесь. Так, пролетает на пыль. Чё-то мы не зачем на старт. О, нет, используем. Угу. Так, мы выбираем. Хром открываем. Так, ага. Строим голову. И вот что точнее есть. Нам нужно спрятать. Это еще какая-то такая синева. Нам используем ключ. Что-то мне кажется, когда используешь ключ, шанс на падение ножек, как ты будешь войти. Ну, по крайней мере, нет. Нам подарок. Видачи. Вон. Так, отправим хром. Хром фейс. Лов фейс. Эндро фейс. Глов фейс. Да, хром. Так, глов фейс. Эндро фейс. Использовать обычный ключ. Выпадает Максим. Потом, давайте попробуем сделать контрактик. Нет, контракт в конце сделаем. Давайте откроем хрома. Давайте глов откроем. Тундра. Удра. Орбита К-47. 47. Так, сейчас быстро откроем его. О! Нам хватает М-ка. Школоки. Что он даже нет, видно. Из хрома. Нет. Ну все понятно. Значит, из двух кит, но угадает. Нет. Нет, он глоб кит. Да, вот из глоб кит, но угадает. Ну, мне кажется, глоб кит это выдающийся кит. Все выдаю. Давай, откроем хрома. Может, что-нибудь выпадет. Короче. Фризит немножко. Пролетает. Еще так на ножике остановился вообще. Так, она выпадает. Такая фигнюшка. Так, пушка. Опять голов кейс. Тундра кейс. Давайте еще раз глобки. Сейчас скоро будет контрактик. Так, и так, там П. 250 M249. Все, переходим к Фениксу. Может, нам выпить что-нибудь полезное. Нет, не выйдет. Откроем Феникс, давайте добьем его.
особо не мешает нам. Так, дальше открываем еще раз Феникс. Давайте сейчас удобьем Феникс. Так, угу. Может, они нам что-нибудь старенькое даст? Или не даст, или ножик даст. Вот, сейчас быстро спробуем. Вот лазима пролетает. Ноль будет на жар. Нет, на жар. Я думаю, жар будет ноль. Так, давайте еще 5 кейсов остается. Феникс там. Так, 3. Так, остается один кейс. Все, у нас закончится Феникс, но нифига я его не дал. Открываем Тундра кейс. Хундру сейчас добьем. А глов у нас останется наконечный. А нафиг, ну ладно, пофиг, пойдем. Орбита падает. Так, падает Юспит. СД. Хондро последний. Нет, последний. Нет, прям последний. Хондро. Пролетает ножик. Еще красная пролетит. Тайная пролетит. Нет, алло, ну хотя бы это. Хотя бы не алло. Все, все, открываем головки, головки, голови, кейс. Открываем Хундра кейс. Хрома кейс. Хрома кейс сейчас добьем его. Добиваем его до конца, чтобы... Может, он нам что-нибудь выдал годненькое. Либо ножик. Ножик, дай, пожалуйста. Дай, пожалуйста, ножичек. То есть несложно. Да ему походу сложно. Остается 3 хромы кейса. Прям быстро. О! Прикольно. М-ка выпадает. Король драконов. Ничего не падает. Ну ладно. На хроме закончим. Так, открываем головки кейс. Пусть хотя бы еще одни перчатки даст. Так, у нас последний контракт будет. Давай, бери что-нибудь годненькое. Ну, хотя бы это. И у нас остается 6 последних голов кейсов, и переходим потом к контрактам. Так, остается совсем немного, Юспик падает. И последний, предпоследний голов кейс, и последний голов кейс. Дай, пожалуйста, перчатки, дай еще одни перчатки. Ну, да, не надо. Что сейчас было? Две перчатки прилетело. Две перчатки. Давайте. Контракт. Ставим. Давайте контракт. Не веду. Контракт. Ну, я решил то, что лучше не буду показывать вам эти контракты, и я быстро перемотаю их.
сегодня мы за серию с вами выбыли M-ку Puzzle Kill, потом Аук Хамелеон и перчатки из Glove Case. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш ролик подходит к концу. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Обязательно поставьте этому ролику лайк. Ну, с вами был, как всегда, я, Рэмс. Всем до скорого и всем пока. И нам пока.